до ре фа соль ля си. Семь веселых братцев. Разрешения не спросив, вышли прогуляться. Веселились, песни пели и мороженое ели. Ели целых 3 часа. Потеряли голоса. Потеряли. Вдруг тетя замолчала ручка. Не слыхать веселую музыку. Ну и скука, ну и скука. Не слыхать нигде, ни звука. Разбешили доктора братьям с самого утра. 7 термометров, 7 грелок. Привели им 7 сиделок. Стали братцев лечить, стали братцев поить. И пилюлями, и микстурами. Кислыми, горькими, сладкими, всякими. Стали братцы поправляться. И теперь, набравши сил, вновь поют тем звонких братцев. До ре ми фа соль ля си. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот таким шуточным стихотворением мы начинаем наш сегодняшний традиционный зимний вечер ансамблевой музыки. 7 нот в Новый год. Зимний вечер ансамблевой музыки – ежегодное традиционное общешкольное мероприятие, вызывающее огромный интерес среди учащихся школы. Подобные творческие состязания стимулируют здоровую конкуренцию среди исполнителей, ведь в программу концерта включены только лучшие номера. Ансамблевое музицирование не только эффективный способ освоения навыков игры на музыкальных инструментах, но и средство формирования человеческих качеств – уважения, такта, ответственности за общий результат. В нашей школе ансамблевое музицирование является одним из ведущих направлений творческой деятельности. Пусть радость и удача стучится в каждый дом, быть не должно иначе в году, который ждем. Thank you.
возрасте. Игра в четыре руки с педагогом или ровесником вызывает у ребенка яркие положительные эмоции, очень полезна для развития ансамблевого слуха, умение ощущать себя частицей исполнительского коллектива, пусть и маленького состава. Ансамбль расширяет разнообразие музыки. Ученики получают новые впечатления от мелодии, богатого многозвучия аккорда, гармонии и различных стилей. И нет страха сцены, ведь есть ощущение чувства локтя, поддержка партнера. Такие предметы, как ансамбль, концертмейстерский класс включены в программы обучения наших детей и дарят им возможность и счастье играть вместе, сознавая, что мы все-таки больше, чем я, и в жизни, и в искусстве. Thank you.
Oh.
этот праздник, как и дети, находимся в состоянии детства, необычного душевного настроя, и всем нам верится, что в Новый год все, что задумали, обязательно сбудется. Все преображается в этот праздничный день. Душевный настрой и обычные житейские хлопоты все наполняется особенным смыслом. Мы подводим итоги прошедшего года. Мы строим планы на будущее, загадываем желания, щедро одариваем пожеланиями близких и знакомых нам людей. Примите, дорогие родители, новогодние пожелания от любимых ваших детей и нас, преподавателей. С Новым годом поздравляю! Здоровья вам желаю, чтоб грустить вы не посмели, не болели, не худели, с каждым годом хорошели. Пусть доставит счастье вас вам в подарок Дед Мороз. Thank you.
Thank you.
принес. Еще мешок со смехом, еще мешок с успехом. Свои же невзгоды и беду сложить его в мешок к нему. Пускай он тот мешок возьмет и в лес навечно унесет. Пускай Новый год вам с собой принесет побольше удачи, поменьше забот. Пусть метель новогодней хорошая заметете невзгоды, беду. Мы желаем вам только хорошего в наступающем новом году.